клиент и гости. Мы очень рады приветствовать в нашем волшебном сказочном зале. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Пусть он будет потрясающим, щедрым, плодородным, искренним и финансами насыщенным. Пусть заветные сбываются, неприятности забудутся, счастье, радость приумножится, пусть год счастливым сложится. Мы вас приглашаем на новогоднее представление на хуторе близ Диканьки. Thank you.
Тимичка, да еще и золото. Да таких во все декальки не сыскать. Вот, достал тебе черевичек.
такое? Что случилось? Что у нас там, технические неисправности? Нет, продолжаем, значит, наше новогоднее представление. Нет, ну посмотрите, нечистая сила. Это все она проделала нечистой силой. Понял, что-то как-то... Здравствуй, пацаны, рогатые! Здравствуй, дедушка Мороз! А ну-ка, брысь отсюда, нечистая сила! Конечно, конечно, ухожу! Здравствуйте, гости дорогие! С Новым годом я вас поздравляю! Счастья, здоровья всем вам желаю! Чтоб росли вы и умели, веселились, песни пели, чтоб звучал ваш звонкий смех! С Новым годом всех, всех, всех! Вот елочка нарядная, стройная, да ладная, серебрится снег, мохнатый, да стеклянные шары, ты на радость всем ребятам, наша елочка горит. А теперь все вместе, дружно, елочка горит! Как нет, кто-то, видно, не кричал, кто-то, видно, промолчал. Ну-ка, все дружно, по моей команде, и... Скорее в хоровод, с песней, танцем и лечением, словно встретим родители. Новый год! Внимательнее! Приготовила ваша слава! А мороза вы боитесь? Нет! Нет, но сейчас мы проверим. Так. Молодцы, крепкие. Ну что, раз, два, три, четыре, пять. Начинаю вас догонять!
Сядь, отдохни, а у нас есть что для тебя рассказать. А вы что? Наверное, стихи про праздник. Так, сейчас удовольствием послушаю. А куда надо? Слушаю, не сворачивайся, громко-громко. Давай. Снова к нам приходит праздник, долгожданный Новый год. Все вокруг, в убранстве ярком, старый год вот-вот уйдет. Сразу станем все мы старше, незаметно подрастем. И до Дедушки Мороза хороводную поем. Ну, хорошо, здорово. Сорока, человек немолодой, с преогромной бородой, привел с собой за ручку наш праздник внучку. Кто же это? Отвечайте на вопрос. Ну кто это, интересно? Дедушка Мороз. Точно? Ты уверен, Дед Мороз? Да! А, точно! Как я сразу догадался! Дед Мороз пришел к нам в дом, сразу ярко стало в нем. Стало мило и красиво, я там ясно и счастлив, потому что Дед Мороз мне подарочек принес. Ну, конечно, принес! Да, точно, молодец! Так. Новый год я очень жду, и под елочкой сижу, так подарки от меня я всех берегаю. Ем конфеты, мандарины и рисую картины. Дедушку Мороза жду, я подарочек хочу. Да, конечно, молодцы, порадовали. А у нас еще для тебя есть сюрприз. Да? А я сюрпризы очень люблю. Yeah.
вы дружные ребята. Да. Но есть одна забава для вас, называется она дружилка. Так. Побежали, побежали парами скорее, и друг другу погрозили сольцами змей. Хлопнули в ладоши и крепко обнялись, пары поменяли и за руки взялись. Побежали, побежали парами скорее, и друг другу погрозили сольцами змей. Хлопнули в ладоши и крепко Мама!
Королова, играть пришла пора. Поиграем? Да. Не слышу. Да. Игра называется «Змейки разбились на две команды». Внучка, помоги мне. Внучка, капитан, твоей команде. Так. Смотрим, что внутри, а ну-ка, помоги мне.
А тут что-то написано. Так, вы меня с праздника прогнали. Не будет у вас теперь ни смеха, ни танцев, ни плясок, ни подарков. Хвостат-то рогатый. Ай-яй-яй-яй-яй, решил нам праздник испортить. Не получится. Так, у меня есть волшебная дудочка. Сейчас мы этого проказника отыщем. Я на ней сыграю. Так, не понял. Хвостатый рогатый, наверное, испугался и оставил мешочек. Так, и посмотрю, что здесь. А здесь лежат подарки для ребят! Родители! Она росла зимой, не рядом с той, но теплая она. Теперь она варят, наверное, праздник пришла. Много-много радости детишкам принесла. Маленькие елочки полный зимой. Не зарисуй елочку, взяли мы домой. Сколько на елочке дай-ка цветы. Искрится шум и смех. Поздравляю с Новым годом всех, всех, всех! Дорогие родители Гуси, на этом наше новогоднее представление закончилось. Кто желает фотографироваться, просим вас фотографироваться.